День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день всем, кто слушает наше радио. И сегодня на связи с нашей студией, со студией Радио Болтком, в рамках нашего проекта «Культурная линия» настоящая шахматная королева. Российская спортсменка, 12-я чемпионка мира – Александра Костенюк. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Буквально на днях, в начале августа, Александра завоевала титул победительницы первого в истории Кубка мира ФИДЕ по шахматам среди женщин. Александра считается самой красивой шахматисткой в мире. И Всемирная шахматная ассоциация ФИДЕ выбрала ее лицом современных шахмат. Еще она автор нескольких книг. Одна из них так и называется «Дневник шахматной королевы». И даже сыграла в кино, в известном фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Эфир мы проводим в сотрудничестве с нашими коллегами, журналистами медиаклуба «Формат А3». Мы анонсировали нашу гостью заранее, получили вопрос от журналистов из Литвы, Белоруссии, Греции, из Латвии, конечно, а также от любителей шахмат. От всей души, Александр, поздравляем вас с победой на Кубке мира и с тем, что вы вошли в число участников турнира претендентов на мировую шахматную корону. Веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега Наталья Захарьят. Здравствуйте. Александра, вот женский Кубок мира, он был организован ФИДЕ впервые. Вы стали победительницей. И это было, наверное, первое такое соревнование очное в эпоху пандемии, крупное, которое прошло живьем, вы участвовали. Вот поделитесь немножко своими ощущениями и как, в принципе, смотрелись там российские спортсменки. Здравствуйте еще раз. Спасибо за вопросы. Но тут я чувствую, что большая очень такая каша, потому что очень много утверждений, во-первых, где-то неверных, где-то 20-летней давности, ну и как-то все перемешано, но очень, в принципе, видно, что, видимо, за шахматами так... Ну, очень много около шахматного, да, и такого поверхностно-шахматного. Поэтому я попытаюсь все расставить по полочкам, насколько это возможно, конечно. Про лицо шахмат, ну, это уже совсем как бы 20-летней давности новость, которую вот выхватывают журналисты и потом пытаются куда-то вставить. Это была одна фотосессия с Международной шахматной федерацией, но вот тогда по каким-то причинам... Решено было меня назвать лицом шахмат, но, повторюсь, это было очень давно и уже неправда. Насчет самой красивой тоже не соглашусь, потому что это очень субъективно, и мы все-таки играем в шахматы, а у нас не конкурсы красоты. А что касается Кубка мира. Да, назывался он Кубком мира впервые, но такие турниры, подобные по такой же системе, проводятся среди женщин с 2000 года, среди мужчин, кажется, с 99-го, если я не ошибаюсь. Первоначально, когда система розыгрыша звания менялась, эти турниры назывались чемпионатами мира. И я такой турнир, вот ровно такой турнир уже выигрывала в 2008 году, тогда завоевав звание чемпионки мира по шахматам. Но в этот раз это, да, на самом деле был такой инаугурационный турнир, именно Кубок мира, где такая же система, почти такой же состав участников, опять же, там чуть-чуть изменилось. Изменился состав по количеству участников, больше принимало, но не суть важно, и поэтому, выиграв этот турнир, в принципе, я повторила успех 2008 года, повторила успех 2001 года, где я доходила до финала,
подобного турнира, просто тогда он назывался чемпионатом мира. Ну, к чемпионату мира, вот именно к названию чемпионата мира, так получается, что, видимо, журналистам, опять же, и людям, которые не шахматы, более это понятно, более весомо, и интерес несколько иной. И тогда победа в 2008 году, она совсем прошла очень громко, а вот эта победа, она как-то слишком... Ну, это еще она была одержана в период Олимпийских игр, когда всем было все равно. Так что, ну, победила и победила, как-то все уже привыкли, что за 20 лет я могу одержать такую победу. А что касается участия российских шахматисток, в принципе, сам факт того, что в финале этого престижного все-таки соревнования встретились две российские шахматистки, уже о многом говорит. Понятно, что дома и стены помогают, что соревнование проводилось в России, соответственно, было, наверное, больше российских участниц. Пандемия, она, ну, все-таки какие-то достаточно серьезные, не то чтобы изменения, но внесла свою лепту, потому что, например, до турнира не доехала целая когорта китайских шахматистов и шахматисток, только одна китаянка играла, в то время как имели право играть 7 или 8, и эти шахматистки очень сильны. Тоже не стоит забывать, что какое-то количество участников и участниц просто не смогли сыграть ввиду того, что границы закрыты, кто-то просто побоялся такого длительного путешествия и такого сложного и многочисленного турнира, потому что, ну да, впервые, наверное, с пандемией вот такой вот численности турнир проводился. Турниры за живыми шахматами они проходили, например, я приняла участие в декабре в суперфинале чемпионата России, командный чемпионат России. То есть у нас в России жизнь шахматная вернулась в свое русло, где-то начиная с осени прошлого года. Но вот по такому количеству участников, конечно, уже давно не было соревнований с представителями стольких стран и такой многочисленности вот в одном турнирном зале на протяжении почти месяца. Латвийский шахматист, гроссмейстер Никита Мешков, во-первых, передает вам поздравления с потрясающим достижением, громогласные рукоплескания шлет ваш адрес и говорит, что очень впечатляющее выступление, браво. И вопрос: Кубок мира – это марафон длиной в месяц. Как вам удалось восстанавливать силы в такое кратчайшее время, помимо вот известных традиционных способов, как сон, прогулка? Спасибо за поздравления. Ну да, марафон длиной в месяц, но мне повезло, что на этом турнире я не сыграла ни одного тайбрейка. Соответственно, у меня каждый третий день был выходной. То есть у меня матч состоял из двух партий, потом у меня был один или два выходных, согласно регламенту турнира. Потом снова матч из двух партий, снова выходной. То есть такой щадящий режим получился для меня. Понятно, что если бы я играла тайбрейки, то там было бы всего два выходных за этот месяц, и было бы гораздо проблематичнее. Ну и как-то настрой был правильный, что нервная энергия не съедала силы. Для меня это очень важно, потому что порой я перегораю именно в нервном плане, и силы расходуются даже не физически, а вот так вот психологически. А в этот раз все было гораздо проще, ну и, соответственно, легче было именно сохранить силы до самого конца. Следующий вопрос от журналиста, редактора газеты «Европа Кипр», бывший рижанин Андрей Овсетидийский. Можно ли сказать, что вот нокаут-система, когда цена одной ошибки велика, это вот ваша стихия? Вот поясним, что в 2001 году, когда вам было 17 лет, вы стали вице-чемпионкой мира, в 2008 чемпионкой мира. Оба турнира проводились по нокаут-системе, как вот Кубок мира 2021 года в Сочи. И вы там не проиграли ни одной партии и ни разу не довели вот дело как раз до тайбрейка. Ну, в принципе, результаты выступлений мои в турнирах по нокаут-системе говорят, что на самом деле, видимо, мне предпочтительнее, ну, я предпочитаю такого рода, да, соревнованиях играть. Опять же, я сказала об особенности моей нервной системы, но так получается, что мне гораздо проще настроить себя на матч из двух партий.
велика ли цена, невелика, ну, то есть я или выигрываю, или проигрываю, и все. На этом турнир заканчивается или продолжается. Но в любом случае начинается новый этап, тоже состоящий из двух партий. Если сравнивать с турнирами, ну, например, серии Гран-при, которые тоже проводятся и тоже являются отборочными к тому самому турниру претендентов и претенденток, о котором вы уже говорили, это совершенно другая философия и другой подход. Там турниры – это круговые, круговая система, 11 туров с двумя выходными. И если что-то начинает идти не так в одной партии, то на следующий день еще одна, еще одна, еще одна. У меня были очень неудачные выступления в этой серии. И эту серию я всегда с ужасом жду, потому что ну, как-то вот тяжелее мне на нее настраиваться. Поэтому на такие отрезки из двух партий мне, видимо, легче психологически себя подготовить. Ну, об этом говорят и результаты, да, кроме перечисленных результатов, еще в двух последних чемпионатах мира, тогда они назывались, да, чемпионаты мира 2018 по 2019 года в Ханты-Мансийске и 2017 года в Тегеране, я тоже доходила до полуфинала и бронзу завоевывала на этих турнирах. Так что, да, безусловно, видимо, что-то да, мне... лучше подходит такая система. Александра, в одном из интервью вы сказали, что Россия одна из самых развитых в шахматном плане стран в мире. Сейчас вы упомянули, что в России идет шахматная жизнь полным ходом. А чем, на ваш взгляд, Россия выгодно отличается? Поддержкой государственной, прежде всего. То есть это пришло из Советского Союза, безусловно, да, когда у нас шахматы поддерживались на государственном уровне. Советский Союз распался, но в России сохранилась государственная поддержка. То есть сильнейшие шахматисты имеют поддержку от Министерства спорта, от Федерации шахмат России. Хотя, видимо, будут еще вопросы про стоимость занятий. Да, я видела в списке вопросов, которые вы отправляли. То есть вроде бы, с одной стороны, шахматы – недорогостоящий вид спорта, но, тем не менее, тренировки и выход на спорт высоких достижений, он все равно достаточно затратный экономически. Поэтому нужна поддержка какая-то. И чем как бы, шире эта поддержка, чем больше детей имеют возможность заниматься шахматами и расти до определенного уровня, тем лучше результаты. То есть показатель развитости какой-либо страны в шахматах – это посещение, допустим, чемпионата страны детского. Если вы приходите на детский чемпионат страны и видите там огромное количество участников, ну, значит, в принципе, все в стране хорошо в шахматном плане и каким-то образом и поддержка есть, и популяризация этой игры проходит, то есть люди заинтересованы вести своих детей в шахматы. Но если много детей придет, кто-то из них останется профессиональным в шахматах. Но есть страны, я много стран посещала, где детских соревнований, чемпионатов страны вообще не проводятся, или там проводятся среди всех категорий, ну тогда, конечно, говорить о том, что в этой стране все хорошо в шахматном плане, именно в плане развития шахмата, не приходится. Но я должна сказать, что несмотря на то, что в России до сих пор все хорошо, но сейчас очень сильная конкуренция со стороны других стран, и это даже не Китай, мне кажется, сейчас лидер вот такой вот шахматный бум в Индии, много, несколько последних лет, у них уже поросли молодых гроссмейстеров, там, 15 лет, 13 лет и старше, и, безусловно, в течение нескольких лет, если мы хотим конкурировать вот, с молодыми индийскими шахматистами, надо ну, гораздо более серьезную работу вести. То есть тут останавливаться и почивать на лаврах нельзя. Понятно, что есть система, есть работа, есть интересы со стороны родителей, детей, есть тренерские кадры, что тоже очень-очень важно, кому учить детей, да, бывает просто нехватка тренерских кадров, то есть это все есть в России, но, тем не менее,
надо постоянно работать, постоянно идти вперед, и иначе вот эти лидирующие позиции очень легко потерять. От латвийской газеты «Суббота» журналист Лена Смехова. Допинговые скандалы постоянно преследуют российских спортсменов. Ваше мнение по поводу санкций ВАДА и существует ли проверка на допинг в шахматах? Ну, я бы сказала, что допинговые скандалы преследуют всех спортсменов. Да? Не будем выделять одну страну. Но шахматисты тоже сдают допинг-контроль. Мы под такими же санкциями ВАДА, тот же запрещенный лист препаратов ВАДА. То есть в Сочи я сдала допинг-тест, и тут ничем шахматисты не отличаются от других спортсменов. Угу. Журналисты отмечают, что вы очень российские журналисты, что очень хорошо подкованы в спортивных новостях, что даже немного странно для шахматистки. Вот как вам удавалось во время чемпионата в Сочи следить за тем, что за Олимпиадой в Токио? Болели ли вы за российскую сборную? Тоже очень странные несколько утверждений в этом вопросе. То есть мне просто интересен спорт. Шахматистка я или нет, я слежу за спортом. Причем я не считаю, что я так уж прям пристальный и истошно за ним слежу. Но Олимпийские игры для меня святое. На самом деле, Олимпиады, я очень мечтала видеть там шахматы в программе именно Олимпийских игр. И я большой фанат Олимпиады. Поэтому, естественно, когда во время Сочи начались Олимпийские игры, я очень пристально смотрела. Каждый день мы смотрели дневники, там два дневника с обзорами на различных каналах. И следила, то есть так как разница во времени большая, Россия и Япония, я первым делом просыпаясь смотрела, сколько у нас медалей. Поэтому я не знаю, почему это странно. Просто я интересуюсь и очень люблю именно Олимпийские игры. Вот так вот получилось. Я думаю, есть люди, которые следят за другими сферами какой-то жизни, деятельности и также интересуются ими. Ну, вот у меня это Олимпийские игры. Спасибо. А как известно, что российские спортсмены без флага, без гимна выступают? И вопрос такой, как обстоит ситуация с гимном в честь российских призеров на международных шахматных соревнованиях? Ну, такие же правила, насколько я знаю. Здесь у нас был Кубок мира. На Кубок мира это правило не распространяется. То есть это правило с ограничением, да, там, я не знаю, как это назвать, поднятие флага и гимна, оно распространяется только на чемпионаты мира, Олимпийские игры, Олимпиады и еще, видимо, какой-то список. То есть Кубок мира, он не входит в его число. Поэтому... Ну, еще мы не пробовали играть под флагом Олимпийского комитета России. Или я не знаю, под чьим флагом мы будем сейчас играть, вот, например, на командном чемпионате мира, который запланирован на конец сентября в Испании, где женский командный чемпионат мира, где женская сборная России будет принимать участие. Вот когда я сыграю, тогда смогу вам рассказать, потому что уже слышала, что форму... которая у нас есть, форма нашей сборной, мы не сможем надевать, потому что на ней национальный герб. И, ну, то есть там какие-то... Ну, это будут следить, наверное, наши представители нашей федерации нам расскажут. Угу. Ну, вообще, вот когда политика вмешивается в спорт, в этом году на чемпионате мира по шашкам с российской спорткой. Да, я знаю эту историю, да. Ну, для радиослушателей. Многократная чемпионка мира Тамара Танцыкужина, она посреди игры в Варшаве это происходило. Польские организаторы, на них надавили высокопоставленные чиновники, они убрали у нее со стола российский флаг. И, естественно, она отвлеклась, оторвалась и была выбита из колеи. В итоге вот именно эту партию она проиграла. Вот ваше отношение к таким ситуациям? Матч она выиграла. Ситуация ей помогла мобилизоваться. Какое отношение? Очень негативно и очень обидно, что политика вмешивается. Но она не только же в спорт вмешивается, она вообще везде, по всему миру. С какой ситуацией вы не столкнетесь, везде политика. И доходит до абсурда, особенно сейчас, во времена пандемии. Ну, то есть совсем странно. Поэтому и спорт порой, да, как это...
площадка, такая площадка пропаганды и... Знаете, раньше я считала, что спорт, он вне политики, но это не так. Конечно, мы живем не в вакууме, здесь соревнуются представители стран, соответственно, интересы какие-то стран, и да, политика имеет место быть. Как ситуация такой, вот если мы непосредственно эту ситуацию, ну как к ней можно относиться? Я же сама спортсмен, и знаю, что если меня отвлекут от игры, там во время партии подойдут, и мои фигуры заменят на фигуры другого цвета, неважно по каким причинам, там или флаг уберут, или табличку с фамилией поменяют, ну понятно, что это меня отвлечет, расстроит, там, и, возможно, я ввиду этого проиграю партию. То есть, ну что делать? Жизнь порой, она, да, опять же, мы соревнуемся тоже не... Очень тяжело закрыть все двери, окна заколотить и полностью изолироваться, да. Мы постоянно соприкасаемся с жизненными обстоятельствами, и полностью от этого уйти невозможно. Поэтому надо как-то пытаться адаптироваться. Кстати, а знакомы ли вы с латвийской шахматисткой Данной Резнице Озолой, которая у нас была политик, депутат, министр? И не так давно Аркадий Дворкович уговорил ее оставить политику, занять должность исполнительного директора ФИДЕ. Уговорил ее, да. Но у нас шахматный мир очень маленький, в принципе, и мы так или иначе, как правило, все шахматисты друг друга знаем. Если даже тесно не общались, то мы можем сказать, что знакомы путем шахмат. Ну, вот она была в Сочи, поздравила меня с Кубка мира, с победой на Кубке мира. Поэтому, да, можно сказать, что мы с ней знакомы. Ну, кстати, вот когда мы говорили о том, что спорт перемешивается в нынешних реалиях с политикой, когда она приняла предложение оставить политику и уйти заниматься шахматами, ее обвинили в том, что она предпочла, значит, что она становится рукой Кремля, мягкой силой. Вот, то есть до такой степени. Ну, это всегда очень, да, я говорю, что порой, ну, даже комментировать излишне. Очень обидно и очень... я считаю, что очень странно, что человечество у нас вот не может еще как-то вырасти, что ли, из этих склок странных... политических игр и так далее, что мы на самом деле еще на таком низком, что ли, уровне развития, и это пугает. Александра, а ваши впечатления об атмосфере сочинских соревнований? Вот в заключительном слове на закрытии Кубка мира победитель поляк Ян Кшиштоф Дудас отметил, что теплое отношение к себе местных сочинских и вообще российских болельщиков, что никакие обострения политических отношений с Польшей не отразились на этом шахматном празднике. А знаете, да, мне кажется, это вот мы же часто попадаем под влияние новостей, вот под эту пропаганду, да, то есть нам очень часто принимаем все на слово. То есть нам говорят, что, например, особенно нагнетают там между некоторыми странами вот такой вот негативное отношение. И очень бывает ценны возможности съездить в эту страну и на самом деле вот испытать, какое отношение у людей. А у людей обычно абсолютно нормальные отношения между собой. Это вот как раз эти политические игры, которые бывают настолько нелепы. Поэтому не только Дуда рассказывал про то, что у него вот такой положительные остались впечатления, но некоторые другие шахматисты высказывались, и мне всегда очень радостно это читать, что вот поездка, например, в Россию шахматистов из различных стран у них вызвала такие положительные эмоции. И для меня, вот как для россиянки, это прям мед на душу. Что касается меня, я играла в своей стране, тут, наверное, несколько другие... у меня не могло быть на этой почве каких-то отрицательных эмоций, да. Но я просто не понаслышке знаю вот это все вот нагнетение, и я знаю, что в некоторые страны из-за этого я не поеду, не в
выступать в турнирах, да, потому что я просто не знаю, с чем я столкнусь. Но, опять же, я думаю, что все было бы нормально, если бы я туда поехала, но для меня риск. И, ну, то есть риск в том, что я не знаю, с чем встречусь. То, что говорят там по телевизору, это одно, да, то, что я слышу, это другое, а вот такое... Просто я думаю, что много шахматистов и спортсменов тоже боится ехать в Россию, вот исходя из вот этой пропаганды, которая идет в разных странах. И радостно слышать, когда они все-таки приезжают, несмотря на это, и уезжают с позитивными эмоциями. Вот знаете, любопытная статистика такая. Буквально на днях опубликованы были списки участников турниров FIDE, Chess.com Grand Swiss и Chess.com Women's Grand Swiss. Эти соревнования пройдут у нас в Риге с 25 октября по 8 ноября. И вы тоже будете участвовать в этих соревнованиях, вы там есть в списках. И вот интересный факт. Из 40 участниц по списку 9 россиянок. И еще 11 – это представительницы бывших советских республик. Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан. Плюс румынская шахматистка Ирина Булмага, которая из Молдавии, и плюс выступающая за Турцию Екатерина Аталык, это просто россиянка, которая вышла замуж за турецкого шахматиста. То есть получается, что 22 шахматистки из 40 участниц международного этого турнира – воспитанницы советской российской шахматной школы. То есть это до сих пор такая какая-то доминантная, фундаментальная вещь, да? Ну, да, да. Большие швейцарки, да, это Grand Swiss, это большая швейцарка по-русски, это такое новшество относительное. Но это, кажется, если я не ошибаюсь, у женщин вообще первая большая швейцарка будет в истории. То есть такой, таких турниров по швейцарской системе с таким статусом еще не было. У мужчин проходила, я могу сбиться, в 2019 году, если не ошибаюсь, такая большая швейцарка. Чем эти турниры по швейцарской системе интересны? Тем, что это, ну, швейцарская система – это так называемый открытый турнир, хотя здесь он будет несколько ограничен рейтингом, да, участниц. Вот у женщин 50 участниц будет, 40 приглашенных по рейтингу и 10 там от континентов и путем wildcard. У мужчин будет чуть больше, и, но тем не менее это будет очень-очень сильное по представительству, по рейтингу, по всем показателям шахматным швейцарка. И победитель, и победительница этих больших швейцарок, они отберутся в турнир претендентов и претенденток, соответственно. А про эти турниры, почему они столь... турниры претендентов и претенденток, я просто расскажу тоже с слушателем, которые, возможно, не знают. Это турнир топ-8, ну, то есть сильнейших 8 участников, шахматистов, которые через разные способы, то есть это Кубок мира, серия Гран-при, большая швейцарка, один по рейтингу и одна по рейтингу, и плюс одна проигравшая матч на первенство мира, они выясняют следующего претендента на звание чемпиона мира. То есть из турнира претендентов и претенденток победитель, один из 8, он как раз отбирается на матч чемпиона мира. То есть вот у нас закончился в этом году в Екатеринбурге турнир претендентов, который отложили на год, второй круг. Там выиграл Ян Непомнящий, и в конце этого года россиянин Ян Непомнящий, он сыграет с Магнусом Карлсоном матч. А победительница следующего турнира претенденток, она выйдет на матч с действующей чемпионкой мира, которая является Цзю Вэньцзю. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, да, на самом деле до сих пор представители вот советской шахматной школы, да, очень большое имеют влияние, что ли, в шахматном мире и широко представлены. Но это все идет, то есть корни понятно, откуда растут. И сейчас много молодых шахматистов в этих странах есть, которые не росли в то время. Но, тем не менее, опять же, из того времени идет внимание государства к этому виду спорта, поддержка его, тренерские кадры, интерес родителей. То есть все это дает вот такие вот результаты, которые мы видим, несмотря на то, что Большая Швейцарка – это турнир для не европейский, да, он мировой, представители
всех стран имеют право там играть, а если они по рейтингу проходят. Но вот тем не менее, да, такое у нас такая доминация. Ну, считается, что Россия вот шахматная такая страна, шахматная держава. А насколько вообще широк сейчас интерес у молодого поколения? Ну, сложно сказать, да. Если я сравниваю сегодняшний день с тем временем, когда я росла, тогда просто гораздо было меньше выбора. Развлечений, отвлечений, телефонов, планшетов, компьютеров еще не было. Там, по телевизору одна передача в неделю детская там показывалась. И, соответственно, дети занимали себя другими вещами. А сейчас очень много отвлекающего. А шахматы – это такая игра, которая требует все-таки усидчивости и отключения на достаточно продолжительный срок вот от всего внешнего. И сейчас это сложнее и сложнее делать. Но шахматы, насколько это возможно, мы остаемся очень консервативной игрой, насколько это возможно, идут в ногу со временем. Онлайн-шахматы пришли в нашу жизнь, причем очень так плотно пришли, а вот буквально через пару дней начинается онлайн-олимпиада вторая онлайн-олимпиада, возможно, вы слышали про первую, там много всего интересного было для журналистов, особенно включая такой скандальный финал, окончание его. Но вот сейчас стартует такое второе глобальное соревнование, где более 1500 спортсменов из всех, там, из 155 федераций примут участие, то есть молодежь, она много играет онлайн, и порой проводят какое-то необъятное количество минут и часов за игрой вот именно по интернету. У нас ускоряются шахматы, контроли времени разные применяются, то есть блицы, быстрые шахматы тоже наравне с классикой сейчас существуют, рейтинг-листы по быстрым шахматам и блицу есть. Проводятся чемпионаты мира, то есть много приложений, много способов выразиться через шахматы в социальных сетях, там стримерство пришло в наш мир шахматный, огромное количество стримеров шахматных, именно стримящих шахматы есть. Так что, в принципе, подрастающему поколению есть чем в шахматах заняться и чем их шахматы привлечь могут. Я тоже вижу, несмотря на то, что, да, жизнь меняется, поколения тоже меняются, и их взгляды на жизнь меняются, иногда просто им остановиться сложно. Но это и преимущество шахмат. Они заставляют остановиться, задуматься, своего рода медитация, если хотите. Александра, ваш папа Константин Костенюк, заслуженный тренер России по шахматам и создатель уникального робота-шахматиста Ческа. Вот удалось ли кому-то обыграть этого робота и пробовали ли играть с ним вы? Да, ну, папа не только робот изобретение, он вообще у меня, мне кажется, в душе изобретатель, у него огромное количество патентов, изобретений, он каждый день что-то изобретает. И робот – это одно, да, из его детищ. Но там смысл, то есть, да, интерес этого робота не в силе игры, это не какой-то движок, да, а вот именно в механизме, что ты играешь, и напротив тебя рука – это робота, который делает ходы. Но там сила игры этого робота, она корректируется той программой, которую этот робот будет использовать. Соответственно, играть она может или очень сильно, то есть быть без практически невозможно будет обыграть его, ну или слабо настроить можно по-разному. То есть тут именно механика интересна. Но я не играла, я не играю с компьютерами, с роботами, потому что мне неинтересно с ними соревноваться. Для меня в шахматах интерес именно противостояние против другого человека, против его эмоций, его ошибок в том числе, и это то, что меня привлекает в шахматы. А вот вопрос от молодого поколения.
Недавно состоялся в австрийском городе Мурек юношеский чемпионат Евросоюза по классическим шахматам. И вот в возрастной группе до 12 лет чемпионка Евросоюза стала из Латвии юная шахматистка Наоми Маклакова. И вот она прислала вопрос свой. В детстве, Александр, когда вы играли в шахматы на соревнованиях, кто из ваших родителей больше переживал, мама или папа? А знаете, я с Наоми вчера в сеансе одновременно игры играла. Ну, то есть она со мной играла. Так что я знаю, да, эту девочку. Вот она нас сейчас слушает. Да, она, ну, очень, ну, очень приятно. Кто переживал? Ой, наверное, надо у мамы с папой спросить. Я думаю, что тут сложно сказать, кто больше. Да? Это примерно как ответить на вопрос, кто больше из родителей любит своего ребенка. Ну, каждый, естественно, переживал по-разному. И папа у меня такой... эмоциональный, и он не мог сдержать своих эмоций, если я плохо играла. Но мама тоже, уверена, очень-очень переживала, но она по-другому совершенно свои эмоции показывала. Но уверена, что оба они переживали очень сильно. И вопрос, который обязательно мы должны успеть задать, потому что его практически все прислали, он пересекается. Все обсуждают «Ход королевы», сериал, фильм. Ваше мнение об этом сериале? И вообще, что бы вы порекомендовали посмотреть или прочитать на тему шахмат? Ваш, может, личный рейтинг. Ну да, этот сериал, не утихают, да, вопросы по поводу этого сериала. Уже год прошел практически, да, с момента его выхода. Но, тем не менее, отвечаю в каждом интервью по поводу этого сериала. Сама его посмотрела в первые же дни, потому что у нас шахматисты делятся вот на два лагеря. На два лагеря. То есть те, кто с удовольствием сразу же смотрит все о шахматах, которые выходят, и тот лагерь, который говорит, у нас шахматы так много в жизни, сколько можно шахмат, я ничего шахматного такого и около шахматного смотреть не буду. Вот я отношусь к тому лагерю, который ждет шахматных новинок не только за доской, но еще и в литературе, в кино, с удовольствием в первых рядах смотрю все эти фильмы. И «Ход королевы» понравился. Сериал, ну, я вообще сериалы люблю. Сериал понравился, но хотя, как шахматистка, я понимаю, что это около шахматная история, что она, в принципе, ничего с шахматами общего... Нет, ну, что-то имеет, конечно, но это выдуманный персонаж. И там, ну, скорее такая идеалистическая картина, слишком все просто, но красиво. Красивая шахматная сказка, так скажем, да, про принцессу, которая стала шахматной королевой. Замечательно. Фильм, в принципе, я рекомендую посмотреть. Мне он доставил много положительных эмоций. И я считаю, что этот фильм огромное дело делает именно для женских шахмат, для развития женских шахмат, потому что у нас вот, мужские и женские часто тоже этот вопрос задают в этот раз. Меня пощадили, не спросили, почему же мужчины играют сильнее, чем женщины. Но это часто. Этот часто вопрос задают. И один из факторов, я большую статью написала год назад по женским и мужским шахматам, вот один из факторов – это такой социальный фактор, историко-социальный, да, что как-то исторически шахматы рассматривались как мужская игра, и мамы, родители девочек, они вряд ли своих детей, дочек отдадут в шахматы, приведут в шахматы, чтобы они занимались. Ну и, соответственно, меньше девочек начинает играть, меньше девочек становится профессиональными шахматистками, и меньшего количества девочек по сравнению с мальчиками есть шанс добиться, дорасти уже до очень высокого звания. А «Ход королевы», он как раз вот это такой вот резонанс социальный, причем в тех кругах, которые достаточно далеки от шахмат, но есть надежда в том, что сознательно или подсознательно, но после просмотра этого сериала, мама, родители, у которых будет дочки, они приведут их в шахматы. Может быть, сейчас, может быть, через много лет, но так смешно, что я уже несколько раз видела такую картину, что девочка идет и под мышкой несет шахматную доску, которую, видимо, ей подарили недавно. Ну, я все
как бы это отношу вот к эффекту этого хода королевы. Но, опять же, этот эффект мы увидим через там, несколько лет. И это как можно... Ну, посмотрим, через там, 5 лет, если будет прирост женских гроссмейстеров, ну или просто сильных шахматисток, можно или через 10, можно будет сказать, что вот это эффект хода королевы. Что касается про литературу или про фильмы именно шахматные, ну, тут уже это требует такого более серьезного, наверное, вспоминания всего. Ну, конечно, «Защита Лужина» — это обязательно к прочтению. Там, конечно, многое преувеличено, но, мне кажется, передана эта атмосфера. Еще называлась книга относительно Вербера «Последний секрет». Мне тоже понравилось из последнего такого прочитанного именно про шахматы, да, из литературы художественной Цвейга. Шахматная новелла, да, если я не ошибаюсь, я могу перепутать название, но тоже мне очень в свое время понравилось. Это именно если из литературы. Может быть, я что-то так вот сразу упущу из вида. А из фильмов... Фильмы сложнее, потому что я их всегда смотрю с удовольствием, но вот так вот, чтобы оставили они сильное впечатление, это меньше, не знаю. Я помню, я делала выборку фильмов шахматных, но, наверное, один из фильмов, которые мне очень понравились, просто шахматный «Гроссмейстер» с Мягковым. Фильм 1972 года или достаточно, может быть, даже или чуть-чуть раньше он вышел, но тогда, да, 1972. А потом Корчной, который сыграл Виктор Корчной, одну из главных ролей, как раз Мягков играл вот того самого гроссмейстера, а Виктор Корчной его тренера. И он покинул Советский Союз, ну и по понятным причинам этот фильм был положен на полке на долгое время. Но сейчас есть возможность его посмотреть. Много выходило в последнее время. «Жертвуя пешкой» вышел фильм про как раз матч Спасского и Фишера. Но мне не понравился этот фильм. Ну, то есть он, мне казалось, не передает вот все. Не задел меня как шахматистку. Причем я с очень, повторюсь, большим вниманием всегда смотрю все эти фильмы. И жду шахматные фильмы. Ну, так сразу вот еще что-то на ум не приходит. Александра, а если в продолжение темы кино, очень часто задают вопрос, все-таки как вы попали на съемочную площадку к Говорухину в картину «Благословите женщину»? И что вам дал этот опыт? Через шахматы, как ни странно. Или просто Станислав Сергеевич был большим любителем, был большим поклонником шахмат. Он принимал участие в шахматных турнирах парламентариев. Мы с ним познакомились на играх парламентариев. Он был депутатом в том числе и принимал участие в этих турнирах. А меня пригласили с сеансом одновременной игры, да, сеанс одновременной игры с этим парламентарием. И он, ну вот так вот мы познакомились, а он в то время искал героинь для своего вот нового фильма «Благословите женщину». Он сказал, не хочешь ли ты попробовать себя в кино? Ну, я, естественно, сказала, да, хочу. Но я решила, что это шутка, потому что мало ли что говорят, очень редко после этого делают. Но на самом деле через какое-то время связалась помощница его со мной, пригласила на пробы. На Мосфильме пробы мы, то есть проходили я, там мы разыгрывали сценку. Мне кажется, Балуев, он тогда пробовался на главную роль вот в этом фильме, в итоге его не утвердили, а меня утвердили. Нет, или я путаю, или кто-то там еще. Ну, вообще не важно. Да, Балуев как раз сыграл, да. Сыграл, да? Значит, там кто-то еще. Подождите, Балуев. Нет, Балуев сыграл главную роль, значит, я путаю. Да, кто-то там, вот какой-то еще очень известный актер, который пробовался на главную роль, его тогда не утвердили. Ну ладно, я забыла его фамилию, наверное, к лучшему. Но для меня это был, конечно, такой интересный очень опыт. Я не представляла совсем, что это такое съемки фильма. И мое представление о съемках, оно только
из интервью актеров и актрис, которые я читала, да, складывалось. И мне говорили, что это там ужасная работа, восьмичасовая, там надо вообще на съемочной площадке это время проводить. Ну, и я когда приехала, у меня, как обычно, между двумя турнирами было время. Я думала, что все, я тут 10 часов сейчас буду на съемочной площадке работать, а эта работа оказалась ожиданием, пока установят цвет, пока там метеорологические условия будут правильные. И вот это ожидание, я была совсем не готова к этому ожиданию. В то время очень нервничала, что мне надо готовиться к турниру, а тут я сижу и ничего не делаю. Но, конечно, вот сам процесс съемочный мне очень понравился, когда, наконец, давалась команда «Моторы», когда съемка шла, и мы играли. Ну и такой вот еще очень сильный момент для меня был сама премьера этого фильма, на которую меня пригласили. И ну, когда я в титрах увидела свою фамилию, это несколько неожиданно, и посмотрели мы тогда на одном дыхании этот фильм. Конечно, для меня это такое светлое пятно в моей шахматной карьере, и я очень счастлива, что мне удалось принять участие, сняться в этом фильме. Александра, вот вы сказали, что этот сериал «Ход королевы» – это про принцессу, которая стала шахматной королевой, а вам было 24 года, когда вы выиграли чемпионат мира и стали шахматной королевой, получили шахматную корону. А вот что из себя представляет вообще шахматная корона? И вот что в тот момент вы почувствовали? Знаете, это уже очень давно было. Я могу только предполагать, что я почувствовала, потому что свои чувства как-то достаточно быстро я забываю. Я думаю, усталость, как и в этот раз, очень сильно. Ну и радость. Насколько я ее смогла ощутить на фоне усталости, это другой вопрос. Потому что вот в этот раз я так и не могу сказать, что я смогла порадоваться. Да? То есть я устала и держала себя там, ну, в кулаке, все свои эмоции, мысли. И она в течение месяца, когда мне наконец-то я наконец-то выиграла, я не могу сказать, что вот это чувство радости, которое иногда накрывает, я испытала в этот раз. В тот, мне кажется, было чуть похоже. А вот там шахматная корона, что она представляет? Ну, по-разному. Тут у нас Кубок мира, тут нас Кубок наградили. Тогда была диадема, да, какая-то особенная. Там, с сапфирами, с бриллиантами, она дома лежит. Ну, это выдумка уже организаторов, что она представляет, но все равно это такое больше эстетическое. Ну, то есть название так, условное, корона, королева, но кто-то воспринимает это так конкретно, и им необходимо вот этот шапку Мономаха, а у нас скорее это просто название. Но в тот раз, вот в Нальчике в 2008 году, где я выиграла, да, там на самом деле была, ну, не корона, а диадема, но симпатичная и с драгоценными камнями, и сделанная из золота. Так что организаторы постарались на самом деле, потому что чаще это что-то несуществующее или очень условное. Образ. Еще у нас недавно в Латвии прошел международный детский юношеский фестиваль Рудага Каисса, и впервые он прошел при поддержке ФИДЕ. И вот организатор фестиваля Инесса Тестелец, она педагог и мама шахматиста. Вот ваше мнение, могут ли все играть в шахматы, можно научить, или все-таки кому-то это не дано? Играть могут все и научиться. Выигрывать тоже вопрос, что именно. Одну конкретную партию, один конкретный турнир, наверное, тоже многие могут. Но ясно, что не всем дано стать чемпионом. И это уже требует каких-то природных данных, огромной работоспособности, стечения обстоятельств, в том числе, да, с кем наша жизнь нас сталкивает, кто оказывается на нашем пути, кто помогает нам расти и идти вот к этим новым вершинам.
Поэтому тут очень сложный вопрос. Мы пытаемся сами с мужем на него дать ответ. Муж, у меня тоже международный гроссмейстер, и мы часто, он просто часто преподает шахматы детям. Я больше так наблюдаю за этим процессом, иногда общаюсь с ребятами из моей школы шахмат. Но, тем не менее, этим вопросом мы сами часто задаемся, насколько, что такое шахматный талант, да, и способности именно шахматные, и насколько их можно развить, то есть насколько можно из ребенка, вроде как, допустим, не талантливого, так скажем, да, хотя я в это утверждение не верю, но сделать, до какого уровня его можно довести, если, предположим, у него нету таких шахматных способностей. Вот это интересный вопрос. Мы на него еще ответ точно не дали. Вообще, я когда смотрю, например, эксперимент сестер Полгар, да, вот говорят, что отец Полгар, Ласло Полгар, он вырастил своих дочерей, сделал, безусловно, уникальное достижение. Юдит Полгар, сильнейшая шахматистка в истории, вошла в первую десятку мирового рейтинг-листа, долгое время успешно боролась с мужчинами, но все-таки чистота эксперимента, я бы поверила, если бы он взял детей из разных семей, да, и довел бы их до гроссмейстерского звания хотя бы. Насколько это возможно, я не знаю. И мне самой интересно дать ответ. Но что возможно, это научить всех детей шахматам и поверить, то есть шахматы на самом деле очень могут помочь в жизни детям, в учебе и доставить много положительных эмоций. И не обязательно для этого становиться гроссмейстерами и чемпионами. То есть тут гораздо важнее сам процесс, а не результат. Спасибо огромное. И вот руководители этого фестиваля передают вам приглашение, говорят, приезжайте к нам в Юрмалу на следующий фестиваль, пожалуйста. Спасибо огромное за то, что вы уделили нам время. И с нами в эфире была российская спортсменка, 12-я чемпионка мира, обладательница первого Кубка мира по шахматам среди женщин ФИДЕ. Александра Костенюк. Эфир мы проводили в сотрудничестве с нашими коллегами, журналистами медиаклуба «Формат А3». Всего доброго и огромных успехов вам. Спасибо, до свидания.